Всем привет! Вот, решил снять видео, как сделать можно цикады. Такие небольшие, вот. Можно побольше. Ну, я такие вот делал. Это... В общем, расскажу, как сделать можно их. Можно взять, вырезать сметану, ну, жасси, там, нержавейки. С металла, там, 0,5, не знаю, даже с этого. Можно попробовать сделать... металлопрофиля вырезать, вот, ну там черного металла, скажем так, можно с нержавейки. Ну, форму там можно любую, в принципе, там можно закрученную, как они есть там в оригинале, скажем так, эти цикады. В общем, формой можно экспериментировать, это такое дело. В общем, ну я делал вот эти, и, в принципе, так и делаю все со старых лепестков вертушек. Вот, допустим, старый лепесток, это третий номер, по-моему, был. Ну, по третий номер, это тоже мои, я делал их сам. Вот. В общем, берем лепесток, я покажу на нем. Тут одно отверстие уже есть. Это мы, получится, его перевернем, и будет у нас это зад, это вперед будет. Хвост, голова, скажем так. Вот, есть уже на хвосте отверстие. Берем вот здесь, где-то посередине, наверху просверлим. Ну, вот у меня есть уже, я приготовил, чтобы показать. Вот, ну я три, тут два можно отверстия. Одно где-то посередине. Я все на глаз, я там ничего не меряю. И два по бокам. Можно одно ближе к хвосту. Но чем ближе к хвосту, тем она будет в воде идти вот ровнее, скажем так, и больше раскачиваться. Чем ближе к голове, она будет идти вертикально более, скажем так. И быстрее будет, ну, не будет большой амплитуды раскачивания, скажем так, будет просто быстро так тарабанить, скажем. В общем, просверлили, есть вот это дело. Грузы. Грузы можно использовать дробь, вот так как я здесь делал, с дроби обычной. Ну, большие размеры груз, круглый такой, грузики обычные. А можно, вот я вот специально приготовил, ну, типа оливки или не оливки, как их называют, грузики тоже. Просто что взял по металлу полотно и разрезал его, ну, чуть больше там средины. Вот, все, ставим наперед его, я его вклею. Ну, можно не вклеивать, можно просто поставить, зажать хорошо плоскогубцем его. Ну, на него нагрузки нет, и тем более если его поставить, вот это все дело потом красить, еще плюс лак будет держать, я думаю, оно никуда не денется. Можно секундой попробовать вклеивать. Ну, в общем, я делаю вклеивающий, на всякий случай, эпоксидным клеем. Можно попробовать припаять его, может, там, умели спаять, так тоже хорошо. Ну, можно поиграться с этим грузом, можно какую-то форму ему придать, там, типа, в виде головы сделать его. Можно, ну, надеть его не так, скажем. Вот, допустим, есть такие, вот, только больше чуть. Это я маленький взял. Сделать, типа, в виде головы его, вот так. Ну, это, ну, кто хочет, может сделать, короче. В общем, сделали, вот уже, можно сказать, она готова. Все это дело зачистили, чтобы ярче цвет сначала белым, потом какой хотите цвет там себе. Вот сделали. Сейчас еще уже поставлю крючок, чтобы показать, как оно смотрится, все это дело. Вот поставил. Вот и уже готовая цикада. Крючок, правда, большой сюда, по идее. Ну, я так уже показывать просто. Вот ничем, не хуже, чем купленное. Сейчас, тем более, с финансовой стороны дорого все уже это покупать. Я считаю, что можно чуть поиграться, посидеть и сделать самому. Тем более, по средствам, это вообще, если есть у кого там старые вертушки, найти какую-то дрельку, сверло, двоечка, вон, ну, можно тройку, просверлили. Обычный грузик поставили, там приклеили, покрасили. И хотелось бы показать, как оно в воде играет, но просто пока там нет такой сильной возможности его, в общем, показать. Ну, говорю, вот чем ближе вы ставите к голове, тем она более вот так ровнее идет и быстрее раскачивается. А чем дальше к хвосту, тем она идет в воде вот так и больше раскачивается. Ну, в общем, ну, игра вот действительно прикольная в воде. Ну, как в обычной цикаде, в общем, кто ловил, тот знает. В общем, вот за пару минут можно сделать. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал
«Территория мужчин» в YouTube. И присоединяйтесь ко мне в группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании видео. Все, всем спасибо, до скорого.